Сегодня у нас 11 июля 2017 года. Вот я к брату Виктору приехал. Савченко нашему. Тут сареку переделал эти ноги. Зимило все у меня. Вот здесь у меня шифер заготовлен. Песок, доски. Где палочки вчера там? Вверх или вниз? Не-не, вот этот, выше тоже. Да-да. Нет. Я не знаю, смотри сам. О. Миш, пойду, так распри, бензопилу нужно брать. Ты уже включил, да? А? Ты уже включил, да? Конечно, включил. Я уже вас снимаю. О, уже стропила устанавливает. Мы устанавливаем стропила, а там будут доски. 6-метровые, у меня 4-3, ну подгонка будет, обрешетка называется. Но прежде чем доски, вот сейчас братья делают, вот здесь поближе подойди. Вот здесь будет опалубка, бетонировать и столбики ставятся. Вот как ты думаешь, под каждую стропилину ставить? Или можно на каком-то расстоянии, а здесь бросить, например, плах. У меня плах мало просто. Ребром ее поставить, подпереть. А, ну да, да. Центральную сделать, да. Центральную. Да, да, да. Ну вот плах у меня. А так они сама по себе-то, она жесткая конструкция у тебя. Ну да, это, видишь, мы тут скрепили проволоку, вот покажи. Батюшка вчера подходил, я спрашивал, он же строитель, как. Здесь в 7 или 8 местах, и вот с этой стороны, покажи тоже, где Володя стоит. Мой напарник. Напарник из фильма там Шурик, и это вот мы два напарника. А вот Сергей Павлович сделал вчера двери. Я маленько похвалился. Вот, сейчас. Сними оттуда, я закрою. Пусть знают, как у нас братья делают. Надо, я сам потом сделаю. Видишь, какой он любвеобильный, брат. Только она что-то не... Как раз съемки идут, она не получается. Сергей Павлович, все, все, все нам тут. Ну все ломаешь, ну опалубка тоже будет. Вот, вот так вот раз ставим. Ну здесь ручку еще, это все мелочи. Главное крышу возвести. Вот мы на этой неделе. Небо так покажи, какое он тучи надвигает. Ну я говорил, что вот. Ночью-то а гроза была. Сейчас опалубкой занимается. Вот здесь была большая куча этих досок гнилых, полугнилых. Вот они перебрали, брат Никита и Владимир из Ты сказал, Италии. Что это двери-то я сделал? Это самое главное. Первое в моей жизни. Это самое. Голова так закружилась, как у того послушника. Вот. И перевозили, вот братья несколько дней перевозили. Это все. Тут много чего было. Цепь слабая. Да, цепь слабая, это батюшка. Где твоя ножовка, Никита? Ну, вот так вот. Сейчас мы этим устанавливаем. Володь, ты пока отдохни немножко. Но сильно не расслабляйся. Я пойду скачаю прям у Володи. И приду быстро. А то потом он потеряется среди. Небольшой ролик. Ладно. Масса. И в облако выставлю.